Ну, а сейчас у нас самое интересное, потому что Юка Кавагути, Александр Смирнов, и сразу же вслед за ними их соперники Алена Савченко и Робин Шелковы, трехкратные чемпионы мира. Пока в этом сезоне это результат 64-45. Это лучший результат сезона. Вы слышите реакцию трибун. Ну что ж, трехкратным чемпионом мира брошено.